И мы начнем с конфетти поп. Вот эти вот у меня два из первой волны конфетти поп. А это из второй волны. Давайте начнем вот этого посередине. Вот эти пока отложим в сторону. Я их упаковала, как они... то есть все сюрпризы положила в ячейки. И сейчас будем открывать. Так, первое я тут нашла вот такую вот маску с сердечками. Вот. Так, это, кстати, был золотой эффект. Дальше темно-розовый. Так. Вот так. Здесь вот такие вот топорики с помпончиками. И второй такой же с каблучками. Еще. Так. Дальше опять золотой эффект. И здесь наряд. Вы, наверное, по наряду догадаетесь, какая у меня кукла. Но я не скажу. Так. Вот такие вот шортики. И вот такая вот маечка. Отложим. И подтянем последний отсек. Здесь у меня вот такая вот бутылочка. Веревочка. Последняя матрица была. Не так, сейчас срываем. Упала крышечка. Вот такая вот кукла. Я к ней нашла вот другую вот такую кукла. Вот. Меня тут родители шумят. Вот. А на самом деле у нее вот эта вот маска. Вот. Давайте ее оденем. Сначала ее наряд. Так. Вот так. Кофточку. Опять шумят мои родители. Кстати, простите за посторонние звуки. И трусиках. Да, она, кстати, умеет плакать, но она не меняет цвет. Вот. Она бывает такие куклы, которые меняют цвет. Вот такая. Ее зовут Слиппи Бибби. Но маски я не буду одевать. Кстати, она не стоит на своей подставке. Куклы какие-то у меня не такие. То будет у меня вот так лежать здесь. Голова тяжелая. Мои родители шумят. Посажу ее лучше. Так, дальше откроем тоже первый волнный шарик. Так, откроем шарик. Вот так. И будем открывать. Так, первый отсек у нас светло-розовый, как вот этот шарик. И здесь у нас вот такие черные очки. Так, дальше у нас тут ботинки. Вот один черный ботинок и второй. Если у кого-то есть такая куколка, он, наверное, узнал, что это за куколка. Вот. Ну, по наряду, наверное. Большинство людей догадаются. Вот так. Вот тут вот такая вот кофта. Маечка черная. И вот такая юбка. И последний отсек. Так. Здесь. Ой, отлетела. Вот, отлетела вот эта штука. Сейчас прикрепим. Вот так. И вот здесь берем.
кстати, умеет менять цвет эта кукла. Тут опять мои родители шумят. Не могут никак тихо купить. Так, одеваем юбку. Со скриптом. Так. Вот так. Кофту. Получается, не одет, не рукав, не хочет надевать свою кофту красивую. Вот так, поправим. И ботиночки. Один и второй. Очки я не хочу одевать. Вот. И она умеет плеваться и менять цвет, как я уже сказала. И она почти стоит. Так. Вторую куклу мы открыли. Дальше последнюю куклу из второй волны. Первый отсек. Наряд в этот раз, а не аксессуар. Вот такой красивенный. Вот темно-розовая, кстати, ячейка. Светло-розовая. Здесь ботиночки. Вот один вот такой вот. Розово-белый и второй тоже розово-белый. Так. Дальше. Темно-розовый отсек. Здесь вот такая вот зелено-розовая бутылочка. И последний мотик веревочек. Аксессуара здесь нет, потому что он не поместился в ячейки. Вот. Так, закрываем и взрываем. Взрываем. Так, вот крышка. Вот эта куколка. Кстати, эту зовут Даск, эту Слепи Беби, а эту зовут Спайк. У нас вот такой соской. И вот этот вот аксессуар не поместился в ячейке. Такой козырек. Так, сейчас снимем наряд. Вот такой вот пластиковой формы. И надеем на куклу. Купальник такой спортивный. Вот так. Ой, выплюнула соску. И эта кукла, она умеет писать, если я не ошибаюсь. Соску. И козырек. И ботиночки еще. И ставим на шарик. Так, ботиночки. Так, неровно. Вот. Вот такие вот три куколки конфетти. Оп, у меня есть. Которая не хочет стоять на своей подставке. Вот такие вот три куклы у меня есть. В следующий раз я покажу своих кукол из первой серии. А на этом все. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи! Пока!